Сегодня 19 декабря 2016 года. Город Симферополь, Республика Крым. Вот такая грязь, слякоть. Видим, что снегу дают коммунальные службы просто таять. Это длится уже дней 5 с момента, как он выпал. Ну, немножко какая-то серая масса на тротуарах. Скорее всего, это песок. Ну, никто не собирается этот снег убирать. Вот сейчас плюс 1. Смотрим. На приборной панели моего автомобиля показывает плюс 1 градус за бортом. Скорее всего, ночью будет минус 2 где-то. Минус 1. И вот это все замерзнет. Люди будут падать, машины будут скользить. Стоим в пробке. Впереди здание Государственного совета Республики Крым. Это вообще цикл видео, конечно, о городе, о Симферополе, но в данном виде я призываю просто коммунальные службы начать работать. Считаю, лично я, преступлением игнорирование уборки снега, потому что ночью, когда все это замерзает, могут быть жертвы из-за халатной работы наших коммунальных служб. Как вследствие дорожно-транспортных происшествий на дорогах, так и вследствие просто поскользнулся, упал. Ну, я еще буду снимать пару минут, вот, собственно, чтобы зрители, подписчики могли понять вообще, что такое город Симферополь, как это выглядит. Улица называется Жуковского, по которой мы едем. Здесь пробка такая, в принципе, начинается где-то часов в 7 утра и целый день. То есть вот так потихоньку движутся машины. Там впереди, ну, скажем так, перекресток, где сливается в одну дорогу поток вот от этой улицы, где мы едем, и поток с улицы Карла Маркса. Это такая жила, так сказать, транспортная города Симферополя. И вот эти два потока сливаются в один, ну, поэтому такая пробка. Светофора, естественно, там нет. Вот он, госсоветище, здание. Вот видите, парковка, да? На парковках снег. Причем ночью, вот, ну, эти парковки пустые. То есть, если коммунальные службы, они работают по ночам, ну, а оно, как правило, так должно происходить, то они могут без проблем подкрасться сюда и вычистить весь этот снег. Причем, вот, самое интересное, я... Я был этой весной в Туле, в Тульской области, в городе Новомосковск, в городе Узловая. Потом проездом сюда до Крыма. Это был март месяц, снежный месяц. Я вот, путешествуя, заезжая в города российские, на протяжении всего маршрута
начиная от города Тулы, проезжая мимо Воронежа, мимо Ростова-на-Дону. Через Краснодар мы не стали ехать, поехали по верхней дороге до парома Крымского, через город Ейск, по-моему, называется он, городок. Я везде видел людей в светоотражательном, ну, мастерке такой, рабочей форме, с метлами, с лопатами. Это было и днем, и ночью. Я ехал без сна, без остановки, просто вот ехал все это время. Выехали мы вечером в 10. Вот нас уважаемый троллейбус хоть пропустил, слава богу. Вот такая вот здесь вот, кстати, храм Александра Невского, новый, построен. Он открыт был в этом году, в 2016. Вон Т-34-ка знаменитая симферопольская. Строился этот храм около 20 лет. Заложился еще при Кучме, президенте Украины. Вместе, совместно с поддержкой, естественно, Владимира Владимировича Путина. Ну, а заканчивал строительство его исключительно только один уже Путин, потому что украинские власти, вы сами знаете, что они сказали, вот, видите, можете прочитать, на паузу поставить, что там написано. Так, все, заканчиваем съемку. Кубанский банк. Такая реклама ему завуалирована. Ну, кстати, он печально, он здесь не пользуется никакой популярностью в Крыму. Так, одно отделение есть, для галочки у них стоит. Так что вот так, господа, делаем выводы.